Димитриевская родительская суббота – это день особого поминовения усопших, когда принято молиться за покой всех православных христиан, родственников, друзей, знакомых, вне зависимости от близости, а также тех, за кого некому молиться. Традиционно этот день приходится на последнюю субботу перед днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского, память которого 8 ноября. Согласно преданию, история Димитриевской субботы связана с Куликовской битвой. Великий князь Дмитрий Донской посетил Троице-Сергиевую обитель, где получил благословение на сражение от Сергия Радонежского. 8 сентября 1380 года русские воины одержали победу над Мамаем. После князь вновь вернулся к преподобному Сергию в Троице-Сергиеву лавру, где они совершили поминовение павших воинов. Со временем это стало традицией. Чтили память не только погибших в Куликовской битве, но и всех усопших православных христиан. А в 1903 году в России был издан императорский указ о совершении в этот день в войсковых частях панихиды по воинам на поле брани, живот свой положившим. Как и в другие родительские субботы, в Димитриевскую поминают, как правило, родителей и других родственников, но именно этот день отличается тем, что напоминает обо всех почивших за православную веру. Ныне и присно, и во веки веков.